Мы возвращаемся к игре. Очень классный трек, спасибо. Так, сейчас, секунду. Фух, вот это вообще я зажег мне прям круче, чем танцевать самому под такую, под такой трек. Сейчас, секунду. Я специально поставил игру Resident Evil, чтобы здесь не было много людей, только ты и я. И я только начал, на самом деле, эту игру. И что тут сейчас скажу? В общем... Barry. Сейчас, секунду. Сейчас он договорит, я расскажу краткую историю, что до этого было. Да, на самом деле стрим специально для тебя, потому что я не собирался запускать. Короче, смысл в том, что 4 спецназовца, я не знаю, кто там, как они называются. Правильно, может быть, это какие-то специальные войска, или как-то они по-другому называются. В общем, они их отправили в заброшенное место, где съели людей, просто съели. Им нужно было определить, кто их съел и вообще что случилось. В итоге они прилетели на вертолете, и зомби напали на их вертолет. Двое человек умерло, а остальные пустились в бег. И они бежали до того момента, пока не наткнулись на этот особняк. Мы четвером зашли в этот особняк, и один из нас пропал. То есть я вот тёлка играю, еще три чувака со мной. Три бравых мужика. Вот один из них пропал, и сейчас напарник нашел кровь. И мы подозреваем, что это кровь его. И меня попросили узнать, ну вообще, найти его и вообще понять, что происходит, что это за зомби и так далее, что это за особняк. Я нашел на столе Ink Ribbon, то есть чернильницу. У меня есть 14 патронов из хэндгана, причем у меня было 15. Я один выстрелил в холостую. Ножик, ну и какую-то эмблему я нашел и надел на себя. Я не знаю, как это мне поможет. Здесь, соответственно, показывается мое состояние здоровья. Со мной все в порядке. Defensive items. Я не знаю пока, что это такое. Вот, я пока, ну, не полностью разобрался в инвентаре, как это все тут делать. Ну, походу, я думаю, разберусь. Здесь есть карта. Вот, здесь такое управление, там, 90-х годов. Ну, как видишь, я не знаю, ты играл, Никит, в такие игры вообще, где приходится вот так вот переключаться, нажимаешь, equip, examine, combine и так далее. Вот, files. Я не знаю, что это за файлы. Сейчас мы посмотрим. Секунду. Files. Mansion. Я даже не знаю, что это. Попробуем. Stars. Ух ты. This instruction are based on the default control scheme. Press N during the game. You will not be able to view the status screen during cutscenes or while being attacked. Окей. А, ну это просто туториал. Он нам не нужен. Выходим. Вот. Ну ладно, вернемся к игре. Вернемся к этому страшному особняку. Я не знаю, как меня слышно, как слышно звук игры, но, честно говоря, я себя плохо слышу. Отпишись, пожалуйста, там. Может быть, звук игры потише сделать. Да, игру чуть потише сделаем все-таки. Аудио. Mm-hmm.
Жесть здесь, конечно, управление. Вот, чтобы потише сделать, нужно вот, вот такой ерундой заниматься. Уф, как хорошо стало, как тихо. Так, BGM. Я так понимаю, что это background music. Фига я догадался. Как я догадался? Я бы в жизни, наверное, не догадался. Но сейчас не зашло озарение. SFX. SFX это у нас sound. Ну, короче, просто звуки. Я не знаю, как это переводится, аббревиатура. Вот, кстати, привет, Павс. Я вижу, что ты тоже на стриме. Вот. Это такой... А, нет, уже нету. Зашла на секунду, убежала. Ну, ладно. У нас все-таки остается private stream. Все окей. Back to game. Совсем звук тоже лучше не убирать, потому что эта игра очень атмосферная. Я просто когда играл в детстве, это была самая страшная игра для меня. Просто. И самая страшная, и самая интеллектуальная. То есть здесь очень-очень сложные квесты. Сложнее даже, чем в Silent Hill во втором, если ты играл, Никита, во второй там Silent Hill или вообще в Silent Hill. Вот, очень квесты, очень замороченные. Я не прошел эту игру, я прошел только наполовину. Я играл на Sony PlayStation 1. Sony PlayStation 1, я играл даже не дома, я играл в клубе. Я постоянно ходил, причем это было в Дагестане. Я ходил, во-первых, там я всех выигрывал файтеры. Вот, мне даже чуть не подрался с одним чеченцем. Я был там самым скилловым чуваком. Вот, но я был там вообще, ну, то есть мелким, очень мелким. И я там наткнулся на игру, вот как раз эту. И она была дико страшная и дико сложная. Так, ладно, вот здесь стол. Вот на этом столу я нашел чернильницу. Так, надо что-то делать, да? Я что-то долго стою на месте. Пойдем в эту комнату. Не слишком тихо? Вроде идеально. По крайней мере, мне очень комфортно с таким звуком. Здесь какая-то комната. Я выбрал, кстати, вот место на первых этапах. Мне кажется, лучше патроны сэкономить. Поэтому я взял ножик вместо пистолета. Адасайт, окей, пойдем дальше. Здесь можно бежать, слава богу. It's locked, все пока locked. An emblem of armor. It kept in the lock. Так у меня же есть какая-то эмблема, но я ее одел. Как вообще, что, где? Equipped. Что это такое? 0-0, не знаю. File, exit, map, ничего нету. У меня куда-то делась эмблема, я ее просто использовал. Как я ее использовал, я не знаю, но вряд ли мне это поможет дверь открыть, в любом случае. Насколько я знаю, двери эмблемами не открываются, открываются с ключами. Здесь камеры очень такие криповые, то есть вот всегда ожидаешь, что какой-то зомби, какое-то чудище, какое-то вообще потустороннее существо выскочит из любого угла. И здесь камера вот именно, как бы сказать, уже спродюсирована. То есть нельзя там менять, вот, допустим, посмотреть на стену, на эту, то есть поменять вид, сделать камеру от первого лица. То есть вот как сделали игру, так вот я играю. То есть как по их сценарию. It's locked. An emblem of a sword is caved into the lock. Так, значит, там щит, а здесь меч. Не знаю, как мне это поможет. Уже начались какие-то заморочки. Вот я говорю, эта игра очень такая сложная. There is an elevator here. It doesn't look like you can exit from this floor. Окей. Ладно, так, похоже, это место пока недоступен для меня. Ой-ой-ой, куда я попал? Вот. Мне кажется, зря я, конечно, ножик переключился, черт возьми.
Ножик, ножик. Или попробуем ножиком сейчас. Бежим отсюда. Так, как бить-то вообще? Как ножиком бить? А, все, я понял. Все, погнали. Давай драться. Тварь, паскуда. Он все-таки меня укусил. Все-таки меня укусил. Он опять стал. Да какого хрена? Нет, нет. Да... Черт возьми, он не умирает. Я уже плачу. Черт, что за камера? Блин, здесь неудобно. Конечно, надо здесь встать. Черт, я на первом зомби я уже лоханулся. Ну вот, Никита, конечно, сейчас будешь стебаться надо мной, кулебас. Так, поворачиваемся в голову. Ну, бежим отсюда. Какого хрена? Чё за камера? Есть, есть. В голову. Ну, ё-моё, как его убить? Короче, я еще забыл сказать, что я поставил самый жесткий уровень сложности. И у меня 7 патронов. Поверни сюда, и сейчас мы с лестницы. Вот, давай. Как под... А, во, вниз. Во, сейчас надо вверх просто лезть. Так, сейчас. Вот он придет, и я прям выстрелю в него. Оп! Ну! Ну, я даже не знаю. Как говорится, это был мушел фраг. Одновременно друг друга убили зомби. Но я в шоке. Сколько? Я не знаю. Я его резал несколько раз, потом стрелял. Мне кажется, надо в голову просто стрелять. А сначала, ну, я не попадал в голову. Я попадал куда-то в шею. Может быть, поэтому. И неужели у меня нету ноудата? Ага. Значит, здесь надо еще... Здесь нету автосейва. Просто нету. Это movies, окей. Здесь еще есть лидерборд. Так, ну, я не знаю. Окей, сейчас быстренько. Ну, я недалеко дошел, на самом деле. Я просто прошел там две комнаты. И все. Здесь мы ничего не меняем. Сейчас я покажу, где здесь уровень сложности. Вот, читай, Никит. Первое, это самое жесткое. Like climbing a mountain. Fulfilling, but takes a lot of work. То есть, самое сложное. Но мы, как бы... Я привык играть в самые сложные режимы. Это просто больше азарта, больше интереса. Вот. Я не понимаю, как можно играть в игры вот на таком уровне сложности. Like taking a walk. То есть, просто прогуляться, посмотреть на зомби, там, одним ударом всех убить. Не знаю. Это не для меня. Вот сейчас реально было... Очень сложно, я в шоке. Я на первом зомби уже, я уже умер. Вот мне это и нужно. У нас есть мужик, у нас есть баба. Вот, ой, извиняюсь, девушка. Я некорректно выразился, надеюсь. Сейчас. Так, короче, голосуй, за кого будем играть? За парня или за чувака? Или за... девушку. Так, смотрим. Мужик, все, понял. Тебе не нужны, все, я понял. Я знал, что ты пидор все-таки. Ну, на самом деле, я вот, когда играю в игры, всякие ролевые там и так далее, я... Ну, обычные ролевые RPG, я имею в виду. Я почему-то частенько выбираю девушек. Ну, как-то интереснее, что ли. Ну, разнообразнее.
Крис Редфилд зовут человека. Спецназовца. Я не знаю, вот как в Америке зовут спецназ? Я не знаю. Морпех? Это другое, это именно по морю. Как они называются? СВАТ? СВАТ, наверное, да? Спецназ это СВАТ, по идее. Давайте посмотрим ролик. Я думаю, для общего понимания нужно его посмотреть. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Apparently eaten. Apparently The eaten. Bravo team was sent in to investigate. Их просто съели. But we lost contact. А, здесь даже еще одна группа была отправлена, и она вся была уничтожена. Continued our search for the other members. Вот это типа самый главный It turned into офицер. A nightmare. А, это, по-моему, мы и есть, наверное. Сейчас посмотрим. Собаки-зомби. Одного нашего грохнули. Вот человек просто стоит с пистолетом и смотрит. Ну, видимо, шок. Беги, беги, пока тебя не съели. Все. Она просто рандом выстрел и ее спас просто. Ну, как я обычно тащу дуэли, вот, чисто рандом. Также она, короче, спаслась. Сейчас собаки-зомби гонятся и не успеют их, конечно, настигнуть. Ух. Вот этот офицер, он самый мощный, самый такой... Вот эта девочка и собственно, я, кем я сейчас буду играть. Вот мы подчиняемся этому офицеру. Он самый такой мудрый из нас. There are only three stars members left now. А, три нас. Captain да. Wesker, Jill and myself. Да, и четвертый где-то вот он. Вот, Берри, Берри. Какой-то Берри. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? This is fucked up. No. What was that? Вот выстрел. Наверное, Берри защищался. Его грохнули. I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Okay. Chris. Be careful. Смотри, be careful. Take care. А, ладно, не угадал. Yeah. Yeah, of course. Стрим все еще остается приватным. Никому не интересен Resident Evil. Всем интересен Quake и Dota. Нету ценителей, понимаешь? Вот, видишь, то, что вот так вот светится, и это можешь забрать. Нажимаем F. Забираем. Will you take the increment? Yes, of course. Что тут? О, печатная машина. Кстати, it's an old typewriter. You can save your
progress. Да, вот я бы, кстати, хотел это сделать. Use the inkrib. А, то есть inkrib нужен, чтобы просто сохранить. Да, я сохраню. Потому что мне не хочется каждый раз смотреть ролик. Очень оригинально, очень старомодно сделано. Да, кстати, можно, Никит. Я не против. Так, ладно, идем дальше. Здесь какая-то ваза. Latch feels... Здесь медленно shift печатается. Вот, если бы он быстрее выводил, было бы круче. Ну, раньше все такие игры были. Ну, в этом есть, на самом деле, определенный шарм. Так, может быть, даже интереснее играть. Если проникнуться прям полностью. Вот эта эмблема, кстати. Щита. Will you take the emblem? Yes, I take. То есть, экземайн, это он просто... Ну, ты... Ну, как бы, что я объясняю, ты видишь все сам. То есть мы можем посмотреть статистику, да, какое-то краткое описание, может быть, даже не краткое, айтема, что мы делаем. Нажимаем Enter, нажимаем Examine. Здесь можем вот так вот вертеть. Вот это, кстати, круто. Ладно, здесь есть Zoom In, Zoom Out. It's got all around the out edges due to frequent fitting. Короче, какие-то иероглифы нарисованы, не пойми что. Zoom in тоже не работает. В тот раз я сделал use, и эта штука пропала, просто пропала. И я на самом деле хочу ее сохранить, поэтому я не буду этого делать. Зайдем в эту дверь. Я думаю, надо все-таки сделать фраг на этом... нехорошем человеке, существе. Так, это... дальше вот здесь был щит. Так, да-да-да. Да-да-да. Я не знаю. Конечно, бред, но я просто попробую. Ну, короче, да, как я и думал, это полный бред. Просто идем сюда... И вот с этой стороны у нас были проблемы. Это выход, извиняюсь. Сейчас мы обратно зайдем. Там надо просто мимо пройти. Сейчас. Идем направо. То есть, ну, в смысле, налево. Вот. Так, у нас... Ой. А у нас пистолета нету. Никит. Что делать? Искать пистолет или пытаться с ножиком его... Ну, ты видел, что в этот раз получилось. Мне, ну, как бы... Может, как-то можно наверх, типа, в голову целиться? А, вот! Вот! Сейчас я его, короче, по макушке сейчас надаю. Все, какие же страшные звуки. Кстати, не слышно, как я арахис кушаю? Надеюсь, это не такой раздражающий факт. Кстати, вот мы и нашли Берри, если что. Ну-ка, давай. Давай. Come on. Come on. Come on. Сволочь. Да. Я не понимаю. Да.
Может быть, туда не стоит идти, а? Ну, хорошо, что мы игру сохранили. Ну, ты сам видел. Я как бы я не знаю, что можем там сделать в такой ситуации. Просто Unreal. Так, ладно, побежали дальше. Ой. А, это вы? Блин. Так, эмблема чё? Ну, ладно, сейчас заберем эмблему. Ну, мне кажется, на это время не надо тратить. Надо сразу идти драться. Или не драться, или попытаться найти там оружие. Мне кажется, надо найти мне все-таки... Короче, блюзбекова сыграть, найти мне сначала оружие, а потом уже кокнуть его. Потому что у тёлки оружие было. У меня нет. Intendation, where the emblem used to be. Или здесь нету просто... Похоже, здесь... А здесь и нельзя... Здесь нужно убить этого, короче, монстра. А по-другому никак. А, кстати, здесь можно ускорять... буквы. Only movement. Так, ладно. Здесь реально ничего нету. Здесь надо пройти этого зомби. Может быть, здесь что-то есть? Да нет, в этом. В камине. Нет, все, бесполезно там что-то делать. Трата времени. Идем дальше. Здесь у нас тоже тупик, но мы на всякий случай проверим, вдруг мы что-то упустили. Так. Как думаешь, для чего нужна эмблема? Вот первый вопрос. Ну, здесь Sword. Не, здесь ничего нет. Ну, короче, нам нужно его как-то убить. Есть зажигалка. Зачем нам зажигалка? Нам не нужна зажигалка. Эмблем. Может быть, попробовать одеть ее? Давай попробуем. Просто use. It's not necessary to use this now. Эмблем. Комбайн. Короче, я не знаю, с чем комбинировать. Не с чем. Ну, я не могу с ножиком его убить. Ладно. Давай попробуем еще раз. Жесть. Блин, какой же он дикий. Убегай! Убегай! Тварь, а? Так, хорошо. Да не попадает он по голове.
оружие. Нет же, я же... Опять попался. Блин, вот это, кстати, уже смертельно. Блин. Сейчас. Блин, как же больно-то, а? Как же, черт возьми, больно. Не, ну это просто смешно. Что я не могу убить? Зомби какого-то? Сейчас. Ну я уже понял, как его убивать. Да что... А, здесь такая система, типа проходишь, и нужно потом вперед бежать. Так, идем налево сразу, сразу налево. Все, погнали. Блин, да что такое? Что ты делаешь? А как там? Что ты делаешь? Что, дуру гонишь, что ли? Блин. Бедный Брэдди. Все, давай драться, давай драться. Все, погнали. Пока он поворачивается. Хоп. 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 Ты... Очень сложно ловить момент. А, вот это, кстати, я понял. Два раза надо пока... Когда он падает, надо два раза бить. Давай. Раз. Два. Все, бежим. 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 А, блин, я боюсь. Бежим. Есть. 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 Я его убил. Я его убил. О. О, боже мой. Самые лучшие эмоции вообще дня. Хоть я и ранен, но враг побежден. Так, сейчас, секунду. Так, возвращаемся к игре. Теперь идем посмотрим, что в принципе дает убийство этого нехорошего существа. Здесь наш пациент. The corpse of your comrade Kenneth. А, это вообще не Брэдди, это какой-то Кеннет. It looks like he's holding something. Смотрим. It's the film that belonged to Kenneth, and it a video player to see what recorded on it. Окей. Ладно, что здесь есть? Здесь ничего нету. Ну, короче, все. Можем идти дальше. А, я понял. Да, нужно, во-первых, доложить нашему офицеру, что это пиздец. Вот. Ой, я не туда пошел. Да-да-да. Вот. Во-вторых, нужно сохраниться на этой печатной машинке. Потому что крайне сложно убить этого зомби. Я не знаю, как будут дальше проходить дела. Но я чувствую, все будет не так просто.
И, кстати, Ribbon у меня тоже заканчивается. Мне нужно тоже экономить свои сейвы. Так, офицер. Мне, пожалуйста, награду. Wesker? Jill? Отлично. Эти тоже пропали. Where did they go? Пистолет. То, что нужно. Сейчас будет полегче, я думаю. Ох, какой красивый пистолет. Так, одеваем его сразу. Equip. Все, теперь у нас есть пистолет. Так, посмотрим, что вообще в этой комнате. Пока на второй этаж, я думаю, не стоит подниматься. Надо посмотреть, что на первом. Так, это мы отсюда пришли. А, здесь, собственно, ничего нет. Это просто коридор. Здесь есть ваза. Может, ее просто сломать? Попробовать? Ну, так, на всякий случай. Нет, такая тема не катит тут. Так, а здесь еще есть подвал. Кстати говоря. Спущусь в подвал. Понял, здесь тупик или нет, как-то здесь. А, вот. А, я понял. Emblem of Helmet. О, в смысле. Helmet. Короче, главный герой очень впечатлительный, ему кажется, что все картины очень живые, и оттуда могут... О, здесь можно двигать. Так. А можно спрыгнуть? Ага, спасибо. Ой. Так, ладно, сейчас проверим эту дверь, но, скорее всего, она закрыта. Кстати, здесь что-то светится наверху. Наверху что-то светится. Может быть, стоит подвинуть. Да. Эту штуку надо... А как ее спулить? От стены я не знаю. Ну ладно, сейчас мы, может быть, наполовину... Вот, и сейчас мы... Да тихо ты. Бестолковый. Во. Вот, пройдешь? Вот, отлично. Теперь назад и двигай. Во, видал как? Сейчас мы его подвинем. Запрыгнем и посмотрим, что в этой вазе светится. Потому что неспроста, мне кажется, это все дело. Так. О, мы нашли какую-то карту.
Ну окей. И что дальше? Вот, короче, вот здесь был стол длинный, здесь typewriter, ну здесь, то есть машинка. Здесь мы убили вот здесь... Нет, подожди, сейчас, секунду. Где мы убили зомби? Да, вот здесь мы убили зомби. Нет, здесь мы убили зомби. А здесь это первая дверь. Здесь вторая. Всякими там с мечами, с щитом. Это коридор, парадная. А это другая сторона. Не знаю, как эта карта мне поможет. Вот эта картина меня напрягает. Может быть, здесь что-то есть? Ладно. А, да, сори. Sword. Здесь тоже sword. Зашли в какой-то непонятный склад. Неужели здесь ничего нету? Я не могу поверить в это. О, нашел какой-то. Так, лучше. Почему у меня ножик? А, ножик мы хотели разбить в вазу. Чую, здесь может быть какой-нибудь зомби. Так, отлично. Do you take a dagger? Yes. Так. Using defensive items such as daggers will allow to escape momentarily when grabbed by an enemy. Отлично. Так, если меня схватят, я смогу отбиться. Так, все, я понял. If you defeat mod set manual in the control settings, you must press to use the defensive. А, здесь можно автоматически, можно мануально defensive item использовать. Я не знаю, ну... Ну, пока, наверное, автоматически будем. То есть, меня будет хватать, я буду автоматически отбиваться. Он уже эквипит. Все. Отлично. Что тут еще есть? Ну, по-моему, в этой игре все, что можно взять, оно светится. Здесь ничего не... Ну, то есть сверкает, извиняюсь. Ой. 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 Да ладно. Да ладно. Есть. Пиздец. Ой, извиняюсь за мат. Какой defensive item мне не помог. Я ему в бошку всадил этот даггер, а он все равно выжил. Кошмар. Вот это они, конечно, игру круто сделали. Просто уходит откуда-то, не пойми откуда. Ну что, дальше пытаемся. Фух, жестко. Так, значит, мне надо к этому быть готовым. Я еще ранен, мне бы, конечно, аптечку найти какую-нибудь. Вескер? Джилл? Да, нету Вескера и Джилла. Так, идем вот куда мы хотели. А, это с другой стороны. Да-да-да. Да ладно! А, это... Да? Вот это я зря...
Кошмар. Короче, парадную дверь открывать нельзя. Нельзя. Блин, ну что ж такое? Ладно. Да, я с детства понял, насколько это болезненная игра. Я, честно говоря, вообще не помню, что, ну, что надо делать в этой игре. Я помню, что это было жестко и страшно. Все. Я не помню вообще ни одной детали. Ну, помню, что-то там со статуей какая-то фигня, с лифтами. Все, больше ничего не помню. Вот, и поэтому я играю как будто первый раз. Да. Берем сначала оружие. Все, забрали, да. Теперь надо пройти, как я в тот раз сделал. Может быть, зачем нам карты и зачем нам... Зачем нам этот defensive item, если мы его все равно используем на того зомби, который выскочит на нас, у нас мало жизни. Это просто как бы невыгодно мне сейчас с ним драться. Я с ним подерусь потом, когда закончатся все варианты. Что у нас тут есть? Здесь ничего нету, просто поднимаемся на второй этаж. Так, открываем. Можно, так сказать, парадную дверь второго этажа. По карте смотрим. Кстати, ну можно было на самом деле карту забрать то, потому что там мы не встречали зомби. Кстати, тот самый defensive dagger. И, к сожалению, он одноразовый. Надо их собирать. Короче, какие-то эмблемы. Кажется, я слышу приветствие одного из обитателей этого дома. По-моему, значит, здорово. Добро пожаловать нам домой. Вот, я вот эту статую помню с детства, и то, что надо забрать эту штучку как-то вроде, или что-то... Короче, что-то... Ой! Так, все, погнали. Enter, equip. Деремся. Да, я не в ту сторону побежал, дурацкий. О, хорош. Да какой же я нуб, блядь. Тут просто когда из одного отсека переходишь в другой, и ты бежишь вперед, и если ты, ну, как бы, ты бежишь с зажатой кнопкой вперед, то когда ты переходишь, ну, как бы, на другую камеру, на другую область, ты уже бежишь не вперед, а назад. И получается совершенно как-то, ну, нелепо. Я бегу вперед, переключаясь с камеры, я бегу назад на зомби. Это надо привыкнуть к такому переходу камер. То есть, вот, то есть как только камера переходит, мне нужно менять направление. То есть с W на S. О, блин, это реально... Ты чувствуешь, да, Никита, насколько эта игра вообще хардкорная? Просто хардкор. Wesker? Jill? Да. Забираем пистолетик. Сразу его берем в обороты. Так, идем, наверное, на второй этаж все-таки, потому что там безопасней. Там этого зомби, по крайней мере, легче убить, потому что он на открытом пространстве, а тот замкнутым. То есть он выходит из угла, и я даже не знаю, как его обойти. Сейчас, может, эта кнопка... Здесь все двери закрыты. И везде на дверях какие-то эмблемы, то меча, то шлема, то...
Щита. В общем, интересно. Интересно, что же это все значит. Что за эмблема? Причем одна эмблема у меня есть. Эмблема. А подожди. А где эмблема? А, я ее не стал брать. Так, а где. А где та статуя? На, здесь еще армор есть. Эмблема армора есть. Ну, походу, вообще, эмблемы всех доспехов. И доспехи, и шлем, и меч, и все. О, открываем дверь. Это, по-моему, куда я пришел, чертыс. Да, скорее всего. А, нет. Вот здесь, вот, вот у нас даггер защитный, да. Главное сейчас нам не лохануться с этим. Ну, я, конечно, такой ошибки уже не допущу. Здесь мы встанем и просто будем ждать этого человечка. Есть... Как-то я промахиваюсь, если честно. Давай я вот удобную позицию займем. Отлично. Просто великолепно. У нас 6 патронов осталось, но зато мы убили и сохранили даггер. Что? О! Это как вообще? Мне нужно было его... Ну-ка, переключаем на ножик и просто его... на мелкие кусочки. Нет, теперь он мертв. Как бы... Он, конечно, и так был мертв, но теперь он вдвойне мертв. Сейчас, по-моему, с другой стороны, вот здесь должен... Вот, это статуя. Что мне тут нужно сделать? Ее надо двигать. А куда двигать? Так, давай-ка подумаем, куда двигать. Мне кажется, мне вот этот камень нужно заполучить. А чтобы заполучить этот камень, нужно просто скинуть эту статую. А скинуть... Чтобы скинуть, нужна какая-то дырка. Где она? А, вот это, кстати, дырка. Что-то я не видел сразу. Двигаем. Двигаем. Вот, кстати, вот как раз тот момент, когда я двигался вперед. И потом, после переключения камер, вдруг назад начал двигаться. Все, сбрасываем эту статую. Великолепно. Теперь надо на первый этаж спуститься и взять этот камень. А камень нам для чего? Мы пока понятия не имеем. Ой, еще я помню то, что в этой игре, даже если ты убил зомби, даже если ты проходил по уже вроде бы безопасным местам, то в любой момент все равно может появиться зомби и просто до устрашки напугать тебя. Собственно, как уже было сегодня, то есть вот в этой комнате, где я карту нашел первого этажа. Так, а где... Где камень? А, мне... Ой, что-то я вообще... Сори. Надо в ту же комнату зайти. Топографический дебилизм. Извиняюсь. Ой. С другой стороны. Но карту мы все-таки, наверное, возьмем. Да? Карту возьмем. Да, сейчас я вернусь. Извиняюсь. Вернусь. Возьму карту. Не буду брать тот даггер, потому что это невыгодно, как я уже говорил.
Так. Сейчас мы чуть подвинем. Пройдем. Да. Нет, нет, нет. Слишком много. Меня слегка беспокоит то, что я раненый. Да блин, да... Да, управление здесь оставляет желать лучшего. А, ну можно просто... Короче, вот так вот сделать. Я что-то... Усложнил себе задачу. Забираемся на этот комод. Все, забрали. Надеюсь, нам это пригодится. Кстати, а может быть, мне стоит забрать этот даггер и просто убежать? Ну, как бы пройти сквозь него. Никит, как думаешь, стоит ли идти за даггером или пойти отсюда прочь? Попробовать просто на халяву даггер взять, попробовать его, ну, сделать так, чтобы он упал, и убежать отсюда. Вот такой план у меня созрел. Но я уже достаточно много сделал, я не хочу тратить чернильницу, и не хочу рисковать. Вот в чем дело. Потому что чернильница у меня всего одна штука. И... Блин, это очень сложный уровень сложности. Блин, ты жесткий, Никит. Я думал, ты более аккуратный. Я просто как бы... Ну зачем мне этот даггер, если у меня уже есть даггер? Вот, у меня есть даггер. Зачем мне... Ну, сам подумай, зачем мне сейчас даггер? Здесь, на самом деле, это не стоит недооценивать эту игру. Она очень сложная, и нужно, ну, как бы, правильное решение, правильный выбор делать. Надо все взвешивать. То есть, я всегда успею этот даггер забрать. Просто пока я раненый, пока у меня одна чернильница, где, ну, ты уже понял, что чернильница позволяет сохраняться. Пока у меня все это с этим... Пока у меня такое плачевное положение, мне нельзя рисковать. Давай подумаем. Логически, давай подумаем. Давай, взвешивать. Ну, как мне кажется, риск неоправдан. У меня уже есть даггер. Ну окей. Я пойду все-таки безопасным путем, да. Так, а какая... Все. Потом я сюда вернусь. Я думаю, те ребята, которые, ну, я не знаю, знаешь, да, там эти спидраны, да? Вот спидранщики, мне кажется, этот даггер не забирают. Так, нам нужно как раз куда мы смотрим. То есть вот сюда. Главное не открыть парадную дверь. Да, мы находимся там, где надо. И где-то здесь сейчас мы найдем наш камешек. Но как... Мне кажется, этот камешек потом где-то... Кто слабый, зомби? А, ты между этим... Раннера, да? Спидраннера. Так, отлично. Мы нашли джемстоун. О, как красиво-то, а? Фу. Жалко, его нельзя продать. Так. И что теперь?
Да, я так понимаю, что у нас маленькая задержка, да, то есть, может быть, 15 секунд. Забираем все-таки эту эмблему. Здесь еще фишка в том, что эти все вещи можно комбинировать. Ну, пока как бы не с чем. Да, драгоценный камень с эмблемой не совместишь. Или подожди-ка. Или подожди-ка. А как... Ну, просто на всякий... Да нет, это, без... это бред. Нет, я даже пытаться не буду. Это какой-то бред. Но в то же время мне надо что-то делать. Так. Я не знаю, что делать. Вот смотри, Никит. Посмотри, вот я иду, короче, прямо. Вот это зомби. Я иду прямо, и сейчас, по идее, как бы я вот зажимаю W, да, вперед. И как бы, ну, потом я, ну, стрейфом, типа, А. Но что происходит? Я иду W, и когда я зажимаю А, я двигаюсь уже, короче, ну, такое неудобное управление. Короче, этот элеватор не работает. Вот мне кажется, этот камень я вот чисто из детства помню, что этот камень как-то связан с... Да, ну я уже по на самом деле привык почти. Ну ты играл, кстати, за такие игры, где вот такая камера, ну, неудобная. Бедный этот мой главный герой. Ой, что-то я не то нажал. Так, ладно, мы близки к тому, что... попасть в тупиковую ситуацию. О, я открыл дверь. Я открыл дверь. Я здесь не был. Ха-ха, Neverhood, да. Классная игра. Но я уже тоже ничего не помню из нее. Короче, я чувствую, что вот в этой, в этом, на этой стороне особняка я сейчас встречу зомби очередного. Я очень много чего собрал, очень много чего сделал, и теперь стал вопрос, стоит ли сохраняться, тратить чернильницу последнюю, или стоит драться. С четырьмя патронами, с даггером и с ножиком. Мне кажется, стоит идти дальше, потому что это выгодно. Как считаешь? Сори, я микрофон убрал. Все, бежим.
Что это мы тут видим? Отлично, у нас 15 патрон. И мы, наверное, зарядимся. Так, чуть-чуть, что происходит? Ну, и что тут? Ну? А чё он оружие-то не достает? Ладно. А, equip weapon, все, ну, а, все, короче, ладно, теперь, отлично, я зарядил, здесь какой-то мертвец, какая-то внезапная смерть, какие-то кандалы, как вы видите. То есть, как ты видишь. Ага. You can't carry any more items? Вот это да. Вот такого поворота я не ожидал. То есть, здесь всего 6 слотов. Вы что, издеваетесь? Как мне играть? То есть мне нужно что, выкинуть? Вообще, зачем мне эти растения? Для чего? Так, ладно, сейчас. Ну, я могу 4 патрона выкинуть. Я не знаю, если я потом смогу, конечно, их забрать в этой комнатке. Но я не могу. Ладно. Все очень просто. Я просто иду, нахожу зомби. Убиваю его, трачу патроны. А потом я забираю эти растения. Не знаю, для чего они. Хорошо, что эта комната открыта. Если бы она закрыта была, я бы не знал, что делать. Ну да, я... У тебя, наверное, задержка, и поэтому... Я слышу этот голос... Я слышу опять приветствие. Отлично, я его расстрелял. Сейчас equipment. Сейчас я его еще... Убегаем. Не в ту сторону! Фух. Так, отлично. Хорошо, что когда нажимаешь... Когда заходишь в свой рюкзак, время останавливается. Давай. Ой. Так, здесь 2 зомби. Здесь 2 зомби. Так, этот парень мертв. В общем, я понял, как с этими зомби справляться. Примерно. Ну, где-то здесь еще один зомби. Я его слышу. Ладно. Я боюсь на него напороться, вот честное слово. Он очень близко. Пойду-ка я сначала за патронами. Идем за патронами. За патронами.
Так, сейчас. Да, меня это, кстати, успокаивает, то, что я не один. Я один дома, кстати. У меня свет выключен. Ну, только лампочка сейчас горит. Я вот сейчас ее отключил, кстати, лампочку, чтобы прям совсем было страшно. Мне, кстати, очень сложно испугать вот такими всякими зомби, да. То есть для меня это все... то есть меня больше пугает мистика. Ну, мистика, что-то неизвестное, что-то непонятное. А вот зомби, кровь, кишки, чтобы меня этим испугать, нужно реально иметь... короче, нужно это очень все хорошо преподнести. Я считаю, что в этой игре это все сделано очень хорошо. Реально все очень атмосферно. А, да, так, я растение должен забрать. Очень большую роль играют камеры. Я вот прям вот, то есть как они расположены, они, ну, и в... То, что... ну, когда появляется зомби, это реально страшно, когда вот, вот с таким видом вдруг какой-то там слева, справа, снизу появляется эти зомби, это реально очень страшно. You can't carry more. А, ну ладно, мне пока одного растения хватит. Попробуем Examine. Посмотрим, что... Что вообще? Green Herb. Herb я забыл, кстати, что такое. Сейчас загуглим быстро. Херб, херб, херб. Херб. А, ну, как бы это просто трава. Я думаю, это какое-то определенное растение. The herb. The herb. Или сейчас как читается сейчас? Herb. Herb. Да. Считается как herb. Ну, R... А, да, R не читается, когда после R идет согласное, R не читается. Это очень легкое правило, кстати говоря. Я про него забыл. Итак, N-Herb that grows wild in this region. Region. Окей. И зачем мне эта дурацкая трава? Кто-нибудь мне объяснит? Просто зачем мне это нужно? Ладно, идем справляться со вторым зомби. Со вторым зомби. Играем очень аккуратно. А здесь еще... Короче, эти растения, они везде. Ну ладно. Да... Inscription on the shield. Death is only the beginning. Отлично. Очень обнадеживающе. Я бы хотел, чтобы смерть это была только началом, а ты, Никит. Этот щит мне нужно как-то... Как-то забрать. Я считаю. Не знаю вообще, что делать. Что-то здесь надо сделать. А-а-а, все понятно. Трава просто прибавляет гребаное здоровье. Теперь у меня просто кауш. И теперь я не буду ходить с это окровавленный, да? Короче, вот что-то здесь не то. Вот эта статуя, мне кажется, она не зря тут стоит. Здесь еще одна статуя. А здесь написано «This is the true essence of bliss». Так, гуглим, что такое bliss. Я забыл, что такое bliss. Извините, блаженство. Bliss — это блаженство.
То есть смерть — это истинная эссенция наслаждения. Ну, то есть вы поняли, да? То есть, если хотите насладиться, да, чем-то, то просто умрите. Так. Здесь ключ. Пусть кто-либо, взявший эту эмблему, найдет мир, да, в смерти. Ну, тут, наверное, другое значение find peace. А, найдет покой, извиняюсь. Да, я с переводом что-то. Я под вечер у меня плоховато. В общем, тот, кто... Пусть любой, кто возьмет эту эмблему, найдет покой в смерти. Я так понимаю. Вопрос дня. То есть вопрос ночи. Стоит ли брать эту эмблему? Может быть, стоит сохраниться, может быть, стоит использовать эмблему, которая у меня в рюкзаке, может быть, стоит просто пойти, я не знаю, скушать еще травы. Мне предлагают взять Mansion Key, но если я возьму Mansion Key, скорее всего, на меня нападут 3 зомби. Поэтому я no, я просто его не беру. Жду совета моего технического директора. Ну, шутка, конечно. Зачем брать? У меня каушен. Сейчас, подожди. Мне надо скушать травы. Ты, Никита, недооцениваешь эту игру. Нужно здесь вообще... Здесь реально нужно очень много... Сейчас я скушаю травы. У меня же состояние не fine, да, а caution, да. То есть у меня опасность. В общем, эксперт мне предлагает не, как говорится, в простонародье не ссать, а просто, ну, как бы, брать быка за рога и просто ебашить. Но все-таки, хоть в Quake я и аркадно играю, но в квестах, в прочих играх я играю более-менее аккуратно, потому что мне так интереснее. В Quake, да, я люблю паркадить, но здесь, извините, здесь вот ты просто представь, я сейчас умру, мне придется опять брать эту грёбаную, это как, разбивать статую, забирать пистолет, убивать там 3-4 зомби. Короче, это просто кошмар. Просто возьми ключ. Ну, блядь. Сейчас. Действуй по ситуации. Вот это, знаешь, это рассуждают. Действуй по ситуации, это не очень дальновидно, скажем так. Все. Короче, все. Как я и говорил, сейчас мы скушали траву, теперь на состоянии fine. И теперь мы сможем взять этот ключ и, блядь, сдохнуть. Сейчас мы посмотрим на эту статую еще. Death is everything. Просто, я не знаю, если бы я был музыкантом, я бы, наверное, может быть, свой альбом так назвал. Очень такая, как это, броская фраза. Смерть — это все. Вот так вот. Как вот, вы согласны с этой фразой? Мои эти многочисленные зрители, пишите, пожалуйста, как вам вообще фраза? Они имя... Бля... Я-то не отступлю, но они же это... Они намекают, что, блядь, здесь пиздец.
Понимаешь, если бы это был какой-то человек, который играл бы, да, вот в эту игру на уровне просто типа work, ну, walk, да, там по игре, он бы мог бы не подходить к этим статуям и не читать. Просто подойти к ключу и умереть. А тот, кто искушен в этой игре, он почитал, так, здесь опасно, здесь нельзя брать этот ключ. Хотя, с другой стороны, раз этот ключ здесь есть, надо его брать, блядь, все, берем. Вам не страшно? Мне просто страшно. Нет! Что это? Блять! Что делать? Сука! Мне пиздец, да? Блин, я ненавижу тебя, Никит. Просто ненавижу. Блин. Просто жесть. Нужно было хотя бы сохраниться. Блин, как же, блядь, сейчас больно мне. Просто боль. Просто боль. Не знаю, я сейчас вот. Хочу ли я заново вообще сейчас проходить через этот весь ад, забирать это оружие, забирать этот камень, убивать зомби, и вообще что делать с этим ключом, как его забрать и не сдохнуть. Не знаю, все указывало. Ну да, моему чуваку вообще. Ну, то есть ты за то, чтобы я как бы начал, да, дальше? То есть продолжил с того места, где я сохранился. Время 1:00 ночи. Блин, на самом деле завтра вставать. Ой, не знаю. Наверное, стоит это продолжить в следующий раз, может быть. Не, ну ты видел, как просто безысходные ситуации. Они еще так красиво все организовали. Просто что я ничего не смог сделать. Просто я медленно ждал своей ебаной смерти. Эта штука на меня надвигалась, я ничего не мог сделать. Это было пипец ситуация эмоциональная. Это просто, я не знаю. Ладно, я на самом деле даже разозлился слегка, вот то, что они позволяют со мной такое вообще творить. Ну как тебе вообще игра? Согласись, жесткая игра и очень такая криповая, или тебе так не кажется? На самом деле, наверное, не кажется, потому что ты как бы, ну, не играешь в эту игру, ты тут только смотришь, да? Смотришь и угораешь, а вот если играть в нее, то реально все. Все очень сложно и страшно. Так, ладно. Нафиг карту. Нахуй игру. Ой, в смысле игру. Я просто прочитал твой чат, и я хотел сказать, нахуй карту первого этажа. Нам нужно забрать дагер и убить этого клоуна.
Вообще, зачем мне убивать этого клоуна? Он на втором этаже. Он меня не достанет. Просто... А, нифига, он охраняет эту статую. Блин, эта игра очень-очень грамотно сделана. Вот я говорю, вот раньше вот умели делать игры. Не в том плане, что там, ну да, графика, там, управление, интерфейс, да, оставляет желать лучшего, но даже в этом есть свой шарм. Если вот привыкнуть, то это интересно, да, то есть вот с таким управлением играть. Я про то, что каждая деталь здесь просчитана. Вот, я не могу просто взять статую, подвинуть, скинуть, забрать камень и все. Мне надо убить этот зомби. Нет, я, конечно, могу, кстати, его приманить к себе, оббежать круг по второму этажу и скинуть статую. Но это извращение. Мне кажется, мне стоит его убить. Как ты думаешь? Сейчас попробуем. Попробуем оббежать. Во-первых, возьмем дагер на всякий случай. Я его обманул. Все, мы сэкономили драгоценные патроны и, что самое важное, драгоценные нервные клетки мы сохранили, ну, точнее я. И мы просто заавойдили, как вот, как 2700 ЛО, просто заавойдили лишний дамаг. И пускай зомби там на втором этаже тусуются. Сейчас мы сверим, туда ли мы выходим. Вот сейчас мы могли открыть вот эту дверь и просто опять собак впустить. Ну, хорошо, что мы не тупые. Умеем ориентироваться по карте. И открываем правильную дверь. Так, здесь мы находим наш камень. И идем в место, где мы убили первого зомби. Он совсем рядом. Да, это тут. Мы, кстати, как оказалось, не так далеко прошли. Ну, если знать все, как делать, то, конечно, все происходит быстро. Забираем магазин. Теперь у нас 30 патрон. Эмблему мы не забираем. Используем на месте траву. Используем вторую траву, чтобы у нас было состояние не caution, а fine. Еще наверху, на втором этаже, у нас есть третья растение, которое мы можем использовать в дальнейшем, но пока у нас со здоровьем просто все замечательно. И что происходит дальше? Дальше мы должны подняться наверх. Здесь какие-то цепи странные. Не знаю. Ну ладно. Так как же вот это переключение камеры? Я не могу привыкнуть. Так. А почему он мертв? Так. Вот он. Нет! На, тварь. Вот это плохо. Так. Ножик. Беги, 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 беги.
Так, давай сюда. Давай сюда. И теперь включаем. Какой же пот. Включаем ножик. Ножик. Есть. Все, отлично. Очень, кстати, здесь, конечно, вот эта травинка. Сейчас мы ее заюзаем. Так, вы... Я слышу еще голоса.